целях снижения количества ДТП, а также снижения тяжести их последствий на территории города-курорта Сочи с 12 августа 2019 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка технического состояния транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Инспекторы проверяют транспорты на дороге и при выходе на линию. Особое внимание уделено соблюдению режима труда и отдыха водителями. В первый день операции было осмотрено 57 автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных. Выявлено 16 нарушений водителями правил дорожного движения. На должностных лиц, отвечающих за выпуск транспорта на линию, составлено 4 административных материала. Операция продлится до 16 августа.